убирала, короче, дома. Ну, мой кот походу. Он на меня напал. И сейчас я вам покажу, что произошло. Сначала он мне на ногу напал, порвал штаны и это, а потом на руки. Посмотрите, вены повзбухали, кровь по квартире. Это одна рука, а вот вторая. Это жесть. Я его еле-еле выхватила как-то. Закинула в душ, потому что он кусается, дерется, это пиздец. Походу, кот взбесился наш. У меня руки все трясутся. И вот, прошло пару часов. Посмотрите на мою руку. Я ее не могу согнуть. Оно вот опухло. Видно, не знаю, с какой стороны видно, но вживую оно видно реально. Короче, после того, как Томик меня укусил, мы все-таки решили его отдать на стерилизацию. Потому что я загрузила видео в Инстаграм, и мне все начали писать, что его надо стерилизировать. Короче, что его надо кастрировать. И также сделать мне прививку от бешенства, на всякий случай. Прививку мы сделали. В нашей больнице не было лекарств, нам пришлось купить их самостоятельно. 170 лир стоит лекарство. Это прививка. Мы везем Томика все-таки в больницу, будем его стерилизовать. Он, конечно, у нас дикий, на улице у нас вообще никогда не выходит. Орет сейчас, бедный, там сидит сзади. Но сейчас вроде чуть-чуть успокоился. Я не знаю, как мы его там выпускать будем, чтобы он там глаза всем не повыцарапывал. Сейчас посмотрим. Привезли мы в скелет Томика. Здесь ветеринар. Только ветеринарная находится рядом возле мясника, прям по соседству. Как-то не очень хорошее соседство. Томик орёт, бедный. На Томика крики, все коты посбегались. Ладно, пошли. Томик, тут запахи твои, видишь? Томик, Томик боится. Что такое? Боишься? Карфайт. Карфайт? О, боже. Маленький. Машина этого сбила собачку. Мы едем забирать Томика с больницы. Пару часов он там побыл. Сейчас уже врачиха позвонила, сказала, что уже скоро проснется, надо ехать забирать. Сейчас поедем, посмотрим, как там наш сына. Мы кастрировали Томика уже, стерилизовали, забрали его. Сейчас он еще пока что спит. Скажу, сколько стоило. Больница находится в Искиле возле нас. Очень хорошая такая врачиха. Видно, что любит животных. Заплатили мы 700 лир. Оставили Томика на несколько часов, где-то часов на 4. Потом приехали, вот сейчас забрали, привезли домой. Пока он еще спит, покажем, как он отходит и как что. Мы принесли Томика домой. Он только встает. Просыпается. Томичек, зайчик. Я думаю, мы тебя предали, отвезли куда-то, да, плакал. Ой, боже, бедняжка. No, it's not pee pee, baby. Ой, боже, бедный. No, baby. А, maybe пипи, да. Yes. Томик. Кс-кс-кс. Ты куда? Ой, боже. And will everywhere will be pee pee. Yes, it's pee pee. Да. Том. Томочка. Что теперь? Будешь спокойный? Он уже отошел, он уже бегает, лазит везде. Все как всегда. Да, кабан? Мы с Вилли устроили пикник на пляже. Уже очень тепло. Люди вон даже купаются. Как всегда. Мы сели, к нам все собаки. Да, дать? Вилли на собаку дымом подул сигарету, так она злится и кричит на нас. Думаю. Еще один пришел. Положил лапу мне на ногу. Сидит, выпрашивает. Никому животные не бегут, только к нам. Потому что мы вечно кормим. На. Собака-футболистка.
И это все бездомные собаки, которые здесь все время живут, на пляже. Их все люди подкармливают. И у нас тут собаки реально добрые. Может, потому что их люди не обижают, как-то так все кормят, играются, вот видите.